Ну что, братва, вот закину сегодня пидорь мою шкуру вот такой стиральной машине под названием Samsung. Походу уже все выгребло, я так предполагаю. Ага. Порошка нет, ничего нет. Осталось 8 минут. Вот так она стягает мою одежду. Закинул туда картофан. Всякие разные там. Вот она так пидорит, такая машинка стиральная. Демон на 6 килограммов. Поставил режим на 1000 оборотов. Ворота стоит режим ежедневный, обычно ставлю вот этой вот штукой. 60 градусов, 2-2 стирка, полоскание на 1000 оборотов. Сейчас ложим идет, вот тыкает, крутит, мутит. Экономное время тут функция есть, не знаю зачем она нужна. Отключить звук, но это отключаем звук, в случае нажимаем нету звука. Если мы отключаем, то значит любые нажатия клавиши означает, что идет звук. Вот так же она заканчивает, когда она оповещает. Ваше белье выстирано, идите и забирайте его. Вот там какие-то процессы идут. Насос включается, всякие отжимы. Заглянем в барабан, что там крутится. Походу ничего. Такая стирка. Стираю тогда, когда надо, не обязательно по субботам. Или воскресенье там, или выходной день. Вот такая вот машинка здесь стоит, в этом кухонном гарнитуре. Здесь вот столовка. Вот так вот я монтировал ее. Вот она у меня сейчас режет мое белье. Там вот что-то происходит. О, платок! Носовой платок увидел. Встал наверху. И что так, вроде работает уже 5-й год или 6-й. 5-й, наверное, или 4-й. 5-й, да, где-то. Так это что, не сглазить. Дай бог ей еще поработать. Ну ладно, стирка продолжается. А это я. Всем привет. Что тут стучит? Она вот так вот застучала. Что она прям стучит? Она, наверное, нормализует. То есть белье, оно входит в определенное положение, растягивается и машина набирает обороты. Сижу в зале, смотрю, телевизор, слышу, стук. Что такое? Прибегай! А тут просто вот так вот она распределила все свои свойства и стирает. Всем большой, большой удачи!